Ташкенте продолжаются состязания юных борцов по курашу. Организаторами соревнований выступило Министерство туризма и спорта. Участие принимают мальчики и девочки 2006-2007 года рождения. Со всех регионов нашей страны собралось порядка 800 участников, которые попробовали свои силы. Я занимаюсь куражом уже 7 лет, с 1 класса. Я из Бухарской области. 2 раза занимал 3-е место в чемпионате Узбекистана. Сегодня я стал финалистом. Надеюсь победить. Мои тренеры Рахим Уткам и Таджиев Макхам. В кураше борются в стойке, стоя и согласно принятым правилам. Броски, проведенные в стойке, оцениваются судьями. При равных оценках победа присуждается по последней оценке. Соревнования по куражу проводятся по олимпийской системе без утешительных схваток. Как видите, правилам в этом спорте уделяется большое внимание. И за их соблюдение отвечали профессиональные арбитры. Сегодня проводится чемпионат Узбекистана среди подростков. Приехали спортсмены со всех областей. Победители, занявшие 1-е место, будут включены в состав национальной команды. Участники хорошо подготовились.